Ми всіх вітаємо, дорогі друзі, на платформі ETAS. Для нас дуже важливо, що цього року літній інститут, незважаючи на всі випробування пандемії, продовжується. І навіть ширшою є наша аудиторія. Інші можливості додаються до діалогу. І, власне, ну, можна сказати, традицією для нас вже багато років поспіль є цикл лекцій професора Оксани Довгополової з Одеського університету. Пані Оксана захистила дві дисертації, одну з історії, іншу з філософії. Цього року тема «Що є правдою, коли ми говоримо про минуле?». І зараз ми починаємо першу лекцію. Пані Оксана, вам слово. Доброго дня, я рада всіх вітати. Просто таке повернення, і дуже класно, що ми зустрічаємося попри все. І цього року в мене дві лекції, дві зустрічі в нас буде. І я спробую трошечки так поміркувати разом з вами про те, що є правда, коли ми говоримо про минуле, що є істина, так як вони співвідносяться, і як ми працюємо з цією істиною, цією правдою. Я хочу поставити таке організаційне питання. Я бачу людей, які можуть не розуміти українську. Як зручніше зробити? Я можу перейти на російську. Як ми зробимо? Ну, конечно, хорошо бы. Ну, как вам удобнее, да. Мне удобно и так, но да. Так как у нас с Ириной Леонидовной немножко пересекается тематика, я позволю себе саму лекцию прочитать по-русски, на вопросы я, естественно, буду отвечать так, как они будут поставлены, и я буду немножко показывать картинки и говорить немножко о тех вещах, о которых я уже говорила на предыдущих летних институтах, поэтому если те, кто присутствовал, я заранее прошу прощения, что где-то я повторюсь, но это не будет полное повторение того, что было. То есть, смотрите, о чем мне хотелось бы с вами вместе порассуждать, подумать, когда мы говорим о прошлом «правда», да, то что мы имеем в виду? Слово «правда» в отношении прошлого немножко такое... Воно таке підступне, да, так, оно... Коварне. Коварне, да, спасибо. Оно коварне, и оно иногда подставляет ножку, потому что историк, я в анамнезе историк, первое образование у меня историческое, и как историк я хорошо понимаю, что работая с прошлым, мы устанавливаем истину. Истину, то есть мы пытаемся сделать так, чтобы наше знание о событии прошлого совпадало с тем, что было. То есть, чтобы мы могли сказать, что наше знание объективно. Вместе с тем, когда мы говорим правду и истину в отношении прошлого, иногда мы попадаем в такую ловушку, потому что наши слова могут быть абсолютной правдой, но вместе с тем не соответствовать истине. Если мы вспомним, например, да, то есть, ну, так как я много работаю с проблематикой Холокоста и травматических событий прошлого, да, то есть всякий, кто помнит советское время, помнит памятники, поставленные на местах массовых убийств, и на них написано, что здесь покоятся мирные советские граждане. Правда ли это? Абсолютная правда. Здесь таки, да, лежат советские граждане. Но истине оно не соответствует, потому что их
убивали не как советских граждан, да, то есть, вот, то есть есть такой чуть-чуть зазор, да, и надо учитывать множество факторов. И когда мы говорим о прошлом, перед нами встает очень важный вопрос в том, что установить истину сложно в силу того, что объект нашего анализа, объект нашего изучения просто не дан нам никак. Да, то есть он, мы его исследуем через какие-то следы, через какие-то проявления, которые мы должны эти проявления научить, отдать нам эту, это знание, отдать нам эту информацию. И когда мы говорим о травматических событиях, особенно о травматических событиях, то оказывается, что в принципе достичь понимания того, что произошло, ну, по сути, невозможно. Я позволю себе показывать картинки. Ой, немножко не то. Вот, вот так. Хочу напомнить слова Эли Визеля, человека, который пережил Холокост и свидетельствовал о том, что происходило. И Эли Визель сказал классическую, задал нам классическую формулу репрезентации, да, по сути дела, обращения к этим событиям. Тот, кто не пережил, он вообще об этом говорить не может. Он не может понять, что там было. То есть только тот, кто там был. И если мы идем дальше и вспомним Джорджа Агамбена, например, который заострил эту оптику и сказал, что, ну, более того, даже те, кто выжили, не могут свидетельствовать. Истинным свидетелем трагических событий является тот, кто погиб, тот, кто не смог пережить, да. Истина Холокоста – это фигура мусульмана, это так называемого мусульмана, ну, доходяки, да, человека, который находится между жизнью и смертью и уже не принадлежит, по сути дела, к миру жизни. И по поводу, то есть проблема репрезентации, то есть проблема того, как мы можем представить, как мы можем показать вот это трагическое прошлое, это, по сути, главная проблема памяти о трагических событиях, которую пытаются решать на протяжении многих десятилетий, приходят совершенно к разным выводам. И, тем не менее, несмотря на то, что вроде бы эта репрезентация невозможна, люди пытаются еще раз это сделать. Да? То есть классическая... исследование о репрезентации, да, о границах репрезентации принадлежат Соло Фридландеру, то есть его книга, вот та, которую, название которой я вывела на экран, она, по сути дела, является одной из скрижалей, когда мы говорим о репрезентации этих событий. И в искусстве, когда мы идем по пути репрезентации травматических событий в искусстве, первым, по сути дела, ну, сколыхнувшим всех европейцев, и не только европейцев, фильмом, посвященным Холокосту, да, то есть на протяжении десятков лет об этом не говорили, и не потому что люди были такие плохие, а потому что не было языка, да, и фильм Клода Ланцмана «Шоа» оказался переломным моментом, когда был сделан шаг в поиске этого языка, и, что важно, то есть для меня принципиально важно, он не использует документальных кадров вообще, он снимает людей, которые делятся своим опытом воспоминаний. То есть как люди вспоминают. Он не пытается нам показать, что там было, потому что это невозможно. Мы упираемся в то, что это абсолютно невозможно.
Вот, и это абсолютная невозможность интерпретации трагедии находит свой выход в художественных способах, да. То есть мы работаем, мы оказываемся способны рассказать о трагическом прошлом тогда, когда мы вступаем на путь искусства. Так получается, что другого пути просто нет. Рассказать, как оно есть, невозможно. Да? Те, кто могут вроде бы об этом рассказать, они умерли, а их нету, носители всей полноты этого опыта. И я вот недаром вывела на экран Хейдена Уайта, замечательного представителя философии истории, который, по сути дела, создал направление нарративистской философии истории. И для меня вот особенно важна была его статья, его текст, посвященный анализу книги Прима Леви «Человек ли это?» «Человек ли это?» Да, «Прибавцы людыми». И Хейден Уайт показывает, что Прима Леви мы смогли прочитать именно потому, что это очень хорошая литература. Это текст, выстроенный по канонам литературного произведения, использующий литературные тропы. Благодаря этому мы способны слышать. Это не значит, что нам нужно красивенько, чтобы нам подали, да? Нам наше сознание устроено таким образом, что мы воспринимаем информацию, которая нарративизирована, которая выстроена в определенный сюжет. И об этом, собственно говоря, знают те, кто работает, например, с устной историей. То есть мои коллеги, которые работают с устной историей, рассказывали мне о том, что когда у человека, который пережил трагический опыт, какой-то берут интервью, например, несколько раз, когда он дает показания, да, то первые свидетельства оказываются абсолютно нечитаемыми. Человек рассказывает свой опыт, и он рассказывает действительно то, что было. Но понять невозможно, что он говорит. Проходит какое-то время, и человек говорит то же самое. Но он выстраивает это в определенную нарративную, встраивает в определенную нарративную фигуру. И мы оказываемся способны это воспринимать. И ну, когда мы говорим там философия истории, Хейден Уайт, да, вот он работает с текстами, он не работает с людьми, можем ли мы доверять его выводам, потому что тот же самый Прима Леви, которого он анализирует, очень жестко отрицал всякую возможность художественной репрезентации Холокоста. Более того, он не просто жестко относился к этому, он даже воспринимал ситуацию, ну, к сожалению, люди, пережившие Холокост, не всегда переживали собственные воспоминания, мы знаем о случаях самоубийств среди художников даже, которые пытались передать вот эту истину, которую они знают. И Прима Леви говорил, это им кара за то, что они попытались языком искусства говорить о том, о чем языком искусства говорить нельзя. И вот Хейден Уайт его проанализировал. Но мы можем предположить, ну хорошо, Хейден Уайт, теоретик, который не имеет трагического опыта, да, можем ли мы ему доверять в этом отношении? Цитата всем не видна, да? Видно. Да. Это же может, потому что у меня наши лица стоят на этом. Это же можно видеть, да. Шалам. Да. То есть цитата Шаламова, человека, который, ну, имеет очень серьезный опыт переживания, собственно говоря, обесчеловечивающей реальности, и человек, который описал то, что он видел, и среди выводов, которые он сделал, большой текст, в котором четко вот так вот по пунктам выделено то, что он вынес из лагерного опыта, и вот он говорит, писатель должен быть иностранцем. Вопросом, который он описывает, а если он будет хорошо знать материал, он будет писать так, что его никто не поймет.
То есть вот это достаточно, ну, я не скажу загадочное право, оно не загадочное, оно очень простая и прямолинейная, да, но Шаламов, собственно говоря, дает нам этой фразой понять, что даже то, что мы читаем у него, оно не соответствует реальности, да, то есть он попытался нам донести. И вот когда мы упираемся в эту невозможность репрезентации, мы постоянно, человек, который работает с проблематикой памяти, он постоянно упирается вот в этот вопрос, а что мы, собственно говоря, репрезентируем? А не оказывается ли, что то, что мы изображаем, то, что мы преподносим, не оказывается ли оно аттракционом, ложью, фантомной картинкой, которая не имеет никакого отношения вообще к тому, что было. И этот вопрос в последние десятилетия ставится все более остро на самом деле, потому что последние десятилетия, начиная там с 90-х годов особенно, мы видим, что в коммеморативных практиках, в музейных практиках активно используются различные иммерсивные средства. То есть средства погружения человека в реальность прошлого. Да? То есть иммерсия обещает человеку, что она погрузит его в опыт какого-то другого времени, например. И для этого используются самые разные методы, различные интерактивные вещи, помещение человека в пространство, которое дает ему возможность почувствовать себя в прошлом, да, то есть вот тут кадры из музея Второй мировой войны в Гданьске, который очень здорово использует иммерсию. Ты постоянно погружаешься в ситуацию, где ты просто в интерьер, который должен тебя перебросить в другое время, и это, естественно, вызывает ну, серьезное захоплен, ну, господи, боже мой, увлечение, да, зрителей, потому что они действительно переживают вот это ощущение, что они попадают в прошлое. Иммерсивные средства, они очень разнообразные, то есть от каких-то элементарных вещей, что тебе дают возможность, там, например, в Гданьске есть такой прием. То есть там можно, например, взять в руку этот вещмешок солдатский и оценить, сколько на себе солдат таскал. То есть вот в такую бытовую вещь, да, не смотреть на картинку, где солдаты идут в атаку с криками «Ура!», а просто понять, насколько там ужасен был вот этот вот ежедневный подвиг, да, просто сколько ты на себе тянешь. И это тоже элемент иммерсии. Музей Едвашем использует, ну и не только Едвашем, просто у меня здесь на картинке Едвашем, многие музеи используют сугубо телесный опыт, включают телесный опыт зрителей, когда зритель помещается либо в очень темное помещение, либо более светлое, вот здесь вы видите стены, которые сходятся к верху, да, то есть вот это ощущение, что ты находишься в чем-то закрытом, да, от чего хочется сбежать, и используются такие элементы, как наклон пола, потому что когда ты идешь там вниз или вверх, у тебя возникает ощущение там преодоления какого-то препятствия, это тоже включает иммерсивные механизмы, которые заставляют человека переживать опыт через свои телесные ощущения. Кроме того, там разнообразная интеракция с помощью технических средств дигитальных, то есть это очень активно используется. И это действительно создает такую вовлеченность, зрительскую вовлеченность в тот материал, который он осваивает в данный момент. То есть не только рационально ты осваиваешь этот материал, не только рационально, не только информацию получаешь, но ты еще телесно переживаешь какие-то вещи. Или там элемент такой, ну, как по мне, достаточно спорный, в музее Холокоста в Вашингтон-ДС
есть такая штука, когда зрители просто закрываются в замкнутом пространстве внезапно. И то есть вот это вот ощущение, чтобы человек пережил ситуацию, когда ты не можешь выйти. И то есть тебя не предупредили об этом, что тебя закроют, да? Ты переживаешь вот этот страх, ты переживаешь ощущение неуверенности и непонятно, что происходит. То есть это тоже одно из иммерсивных средств. И мы видим, что, например, в мемориализации трагедии Бабьего Яра сейчас предлагается, по сути дела, два иммерсивных проекта. Один проект художественного руководителя мемориального центра Холокоста Бабий Яр Ильи Харжиновского. Ну, как бы та презентация, которую он представил, когда он зашел на эту должность, она абсолютно иммерсивна, и он постоянно говорит о том, что, собственно говоря, иммерсия — это то, с чем он собирается работать, то есть погрузить человека глубоко в реальность прошлого, пережить ад. Он говорит, там был ад, надо его пережить. И представленная вот совершенно недавно VR-концепция, виртуальная реальность, проект мемориализации Бабьего Яра, который будет представлен, насколько я поняла, в музее Второй мировой войны в музее Украины во Второй мировой войне в Киеве, где куратор Нахманович, то есть тоже там ты надеваешь шлем виртуальной реальности и попадаешь в реальность сентябрьских дней 41 года в Киеве. Вот, то есть эти иммерсивные средства, достаточно жесткие иммерсивные средства, когда мы говорим о виртуальной реальности, они очень популярны, они становятся более популярны, и вместе с тем они вызывают, ну, скажем, опасения в том смысле, очень разные, то есть, с одной стороны, это некая геймификация, геймификация при всей своей привлекательности, когда мы говорим о трагических событиях, она может вызвать абсолютно противоположный эффект. И совершенно не тот, который там, мы ожидаем, например. И вместе с тем иммерсивные средства, такие жесткие иммерсивные средства, когда нам пытаются там внушить ситуацию пребывания там на краю рва, что нас сейчас расстреляют, либо мы сейчас будем расстреливать, там, какую роль ты себе выберешь, это, на мой взгляд, с этической точки зрения, имеет несколько таких очень спорных сторон. В том смысле, что для того, чтобы погрузить человека вот в эту ужасную, ужасающую реальность, заставить его выскочить из там, своей спокойненькой повседневности, мы вынуждены использовать изображения этих убийств. Да? То есть, чтобы все было реально, нам нужно постоянно иметь перед глазами вот эту реальность убийства. И а какие у нас изображения этих убийств? Кто их сделал? И сделали убийцы. То есть мы постоянно, пребывая в ситуации вот этого иммерсивного погружения, хотим этого или не хотим, но мы будем смотреть на ситуацию глазами убийц. И это одно. И второе, мы будем постоянно заставлять людей, которые пережили ужасное, не только смерть, но смерти это и предшествовало унижение, расчеловечивание, да, мы продолжаем использовать именно вот этот момент их унижения и расчеловечивания. И, ну, там, я, честно говоря, поставила себе этот вопрос на стажировке в Яд Вашем, когда я была, и вот мы, собственно говоря, работали с этими вопросами. И это те вопросы, которые надо себя ставить на самом деле. Когда мы выставляем вот для такого эмоционального воздействия
вот эти там большие, например, изображения убийств, мы должны отдавать себе отчет, что мы заставляем жертв повторно бесконечное количество раз проходить опять вот эту точку убийств. Вот, то есть иммерсия имеет, это очень сложная штука, и я к ней еще вернусь на второй лекции, когда я буду говорить о разных проектах, использующих иммерсию, которые позволяют остаться в точке сейчас, да. И вот для меня принципиально важно, где мы стоим, когда мы смотрим в прошлое. То есть для меня проекты вот такого абсолютного погружения в прошлое, когда нам обещают, что вы почувствуете себя там в 41-м году или там в зависимости от того, какую реальность мы изображаем, мне представляется, что эти проекты именно в силу невозможности репрезентации прошлого, когда мы отдаем себе отчет, что репрезентация прошлого невозможна, эти проекты становятся аттракционом. Эти проекты становятся аттракционом, и аттракционом, имеющим еще вот какую сторону, то есть кто придет подобный иммерсивный проект, это очень травматичный опыт. И штука не в том, что трусливые люди не хотят прикоснуться к прошлому. Дело в том, что мы должны отдавать себе отчет, куда мы реально попадаем. Мы попадаем в аттракцион. И на этот аттракцион могут прийти люди, которые движимы там, ну, я не знаю, садистским побуждением, да, хочется посмотреть на убийство. Хочется попасть и пощекотать себе нервы. И более того, эти люди, ну, человек же не хочет говорить, я садист, правильно? Я получаю удовольствие от того, что я вижу убийство. Человек рационализирует это. Он может это рационализировать как катарсис. Он может сказать, что я переживаю внесение, да, я переживаю возвышенный опыт, попадая в ситуацию этого ада. На самом деле он может просто испытывать удовольствие от убийства. И то есть в этом отношении глубокая иммерсия имеет вот такие странные стороны. Но окей, хорошо, если мы признаем какие-то проблемы с иммерсией, если мы договариваемся, соглашаемся с тем, что репрезентация прошлого в принципе невозможна, так что делать тогда, да, забыть это все, оставить это в прошлом, не трогать, сказать, ну, ой, мы не можем прикоснуться к прошлому, ну, значит, и не будем, оставим его там. Но это тоже вроде нехорошо. И я позволю себе сделать такой скид сейчас и прыгнуть вообще в другую область. Вообще, то есть я к иммерсии вернусь по второй лекции, а сейчас я хочу впрыгнуть в ту область, где правда прошлого может оказаться не совпадающей с истиной вообще. То есть, когда мы к правде прошлого приходим волшебным образом через абсолютно выдуманную реальность. И такое тоже возможно. Естественно, когда это не единственный когда мы говорим об иммерсии, да, я прошу прощения, я еще договорю, если мы даже предположим, что она возможна, что нас действительно погрузят в реальность прошлого, что нам реально дадут пережить этот опыт, вот мне кажется, что надо держать в уме и вот эти слова Шаламова тоже, что любое попадание в лагерь, да, но он говорит о реальности лагеря, это опыт расплевающий. И вот что с этим делать, да? То есть Шаламов уверен, что человеку не надо туда ходить, напрямую. А как ходить? Вот. То есть теперь вот я возвращаюсь к своим фантазиям. Что мы... есть ли правда о прошлом в абсолютной выдумке?
И вот я прыгну сюда в комедию. Комедия, которая не всем кажется смешной. «Кролик Джоджо». Фильм Тайки Вайтити, созданный в прошлом году. И в прошлом же году, в сентябре, уже получивший первые награды. Новозеландский режиссер. Если кто-то из тех, кто здесь есть, еще не смотрел этот фильм, посмотрите, пожалуйста, потому что вот с Ириной Леонидовной мы будем в субботу о нем говорить, об этом фильме. Потому что я говорю не о фильме, а я говорю только о некоторых моментах, которые сейчас совпадают с темой моей лекции. Я еще вернусь тоже к этому фильму во второй лекции. Вот, посмотрите, потому что вы получите удовольствие, по крайней мере. Но, кстати говоря, люди воспринимают его абсолютно по-разному, и для меня он был смешным, я смеялась очень много. У меня есть знакомые, которые просидели весь фильм с каменным лицом, не понимая вообще, что происходит. Комедия о том, о чем вроде-то шутить нельзя. Да, комедия о Гитлере. Вот он здесь присутствует, замечательный Гитлер, которого играет, я прошу прощения, меня несколько раз мои коллеги ругали за вот подобные фразы типа «замечательного Гитлера». Но здесь он действительно замечательный, его играет сам Тайка Вайтити. И о чем, да, то есть дело происходит в самом конце войны, и маленький мальчик, член Гитлер-Югенд, имеет воображаемого друга Гитлера. Да, то есть вот такая вот комедия, которая в определенный момент оборачивается совершенно не комедией, потому что вдруг внезапно обнаруживается, что мама этого мальчика Джоджо прячет дома девочку, которая является воплощением всех кошмарных фантазий Джоджо, потому что она еврейка. А он считает, что он... ну, виданной нации, что он настоящей нации и полностью разделяет эти идеалы. И, ну, когда мы говорим правда-неправда, да, в этом фильме все неправда. В этом фильме нету истины, вроде бы, исторической, соответствия факта тому, что нам показано. В этом фильме потрясающие хронологические лица. Там мешаются времена легко и непринужденно, и эти миксы открывают дополнительный смысл. Вот это то, что заставляло меня, например, смеяться и шокировало некоторых моих друзей. Что, знаете, вот, ну, нельзя вот этого соединить, нельзя нацистское шествие соединить с музыкой Beatles, а нет, оно прекрасно работает и очень хорошо соединяется. Вот, я, минута саморекламы, не могу просто не поделиться, в том проекте, в котором я сейчас являюсь куратором, проект «Минуло майбутнє мистецтво», вот здесь вот я вывела адрес сайта этого проекта. В рамках этого проекта, так как мы сейчас работаем онлайн, и это дает свои бонусы, то наши ивенты мы проводим онлайн. И один из наших ивентов был посвящен именно кролику Джоджо. И это была онлайн-дискуссия, и запись этой онлайн-дискуссии есть на YouTube. И если вы зайдете на наш сайт, то там очень легко найти эту дискуссию. Вот я просто призываю, потому что мой замечательный коллега Кирилл Липатов, мы с ним были вдвоем, у нас должен был быть разговор на троих, но был на двоих. Кирилл Липатов совершенно потрясающий анализ дал этого фильма, поэтому просто зову и призываю это посмотреть, потому что это будет интересно. Вот, но правда, истина, каким образом Джоджо с его абсолютной вроде бы неправдой соотносится с нашим реальным знанием о прошлом. Вот когда мы начинали этот разговор о кролике, Кирилл, мой коллега, сказал, что он уверен абсолютно,
что «Кролик Джоджо» — это лучший фильм для семейного просмотра в 2020 году о Второй мировой войне. Когда разные поколения семьи готовы прикоснуться к теме Второй мировой войны в 2020 году, то «Кролик Джоджо» — это самый лучший выбор с его точки зрения. Ну, не знаю, то есть я поэтому цитирую, но во всяком случае вот такая мысль звучит. Вот, то есть несколько шагов в сторону. «Кролик Джоджо» — это, естественно, не первая комедия, которая заставляет нас смеяться над Гитлером. Я не поместила сюда Чарли Чаплина, великого диктатора, это знают все. «Весна для Гитлера» Мела Брукса. И почему это дает нам, это один из классических примеров такой комедии, почему это дает нам какой-то совершенно неожиданный эффект превращения нашего понимания прошлого и понимания себя, в этом знание о прошлом, да, не понимание прошлого, а понимание себя в этом знании о прошлом. Я позволю себе привести вот эту цитату Анны Улюри, замечательной литературной критикини украинской, по поводу, собственно говоря, кролика Джоджо. И Анна сказала, что теперь «Весной для Гитлера», но «Весна для Гитлера» — это название части вот этого проекта Мела Брукса, звуть вдалі спроби максимально знизити патетику в обговоренні якоїсь суспільно-болісної теми, профанувати колективну травму, десакралізувати її контекст. Коли «Весну для Гітлера» зробити вчасно і грамотно, то терапевтичний ефект її нереально високий. А от обрати «Ми» для такого таки дуже-дуже складно. Тобто, смотрите, о чем мы говорим, да, когда мы касаемся вот такого способа обращения к трагическому прошлому. Мы говорим о том, что важно не получить объективную информацию, не только, да, то есть это важно. Важно не только получить объективную информацию о прошлом. Объективная информация о прошлом наполнен наше пространство, оно наполнено полностью вот этой информацией. Ее очень легко найти. Когда это было, сколько людей погибло, как убивали, кто убивал, какая была идеология. Информация вся есть. Вопрос в том, что человеку делать с этой информацией, да, как ему жить с этим знанием. И вот эта терапия с помощью трагического прошлого, мы не себя лечим, мы лечим мир, в котором мы живем. Мы позволяем себе найти тот способ, ту тональность разговора, которая открывает нам некое окно в будущее. И, то есть я совершенно не пытаюсь сказать, что это единственный способ, да, то есть это очень дозированные вещи, которые могут вбрасываться в определенный момент для того, чтобы это взлетело в нужный момент в публичное пространство. И я позволю себе показать еще пару примеров, которые просто выносят мозг и позволяют понять какую-то правду о нас. Они обращаются к фигурам прошлого, обращаются в очень странный способ, очень странным способом, да, но вместе с тем они дают возможность что-то понять, какую-то правду о нас. Вот это кадр из такого короткометражного фильма, который снят в стиле боевика 80-х годов, называется «Кунг-фури». И я с удивлением сегодня узнала, что этот фильм был снят в 2015 году. Я реально думала, что это где-то 80-е годы. То есть с этой вот, с элементами компьютерной игры, вот такой пиксельной, да, с увлечением кунг-фу. То есть сюжет в том, что
вот этот вот парень посередине, он является полицейским, и он очень серьезный мастер кунг-фу. И вот где-то там в каком-то будущем существует легенда о темном мастере кунг-фу, который был самым главным мастером кунг-фу и перешел на темную сторону, такие звездные войны. И вот этот человек это Гитлер. И штука в том, что он умереть не может, и он не умирает. И он приходит в будущее и начинает там что-то делать. То есть по, я прошу прощения, упоротости, по уровню упоротости, этот короткометражный фильм, он бьет все рекорды абсолютно. Но чем он прекрасен? Он говорит нам правду о том, какие образы живут в нашем сознании сегодня. Да? То есть для того, чтобы забороть этого Гитлера, пришлось вот здесь, вот видите, тираннозавр, потом бог Тор, какие-то валькирии, вот это вот все вместе собирается и побеждает вот этого вот мастера кунг-фу. То есть в компьютерных играх мы знаем целую серию альтернативно-исторических сюжетов, которые, ну, над Гитлером как бы потешаются, но с другой стороны ставят серьезные вопросы. Вот. И кролик Джоджо оказывается одним из шагов вот в этом странном освоении прошлого, в котором мы узнаем в принципе настоящее. То есть там недаром работают вот эти вот хронологические лица и всплывающие временные слои, которые никак не вписываются напрямую в 45-й год, когда, собственно говоря, эти события происходят. Фильм смешной, и когда Вайтити говорили о том, как он мог играть Гитлера, он говорит, я же не Гитлера играю. Я играю воображаемого друга. Я играю воображаемого друга, который вводит, помогает этому ребенку. Кстати говоря, цитаты опять-таки из Анны Улюры, и она говорит, представьте себе, что вы 9-летний мальчик, и у вас единственный друг Гитлер. Какая-то очень грустная ситуация, на самом деле, несмотря на то, что это комедия. А, вот, то есть мы узнаем здесь правду не о том, что было в 45-м году. Мы узнаем здесь свои собственные представления о том, что происходило, и не только о том, что происходило, а о том, что происходит сейчас. То есть абсолютно фантастический сюжет. Фильм, наполненный абсолютно анахроничной музыкой, осознанно. Да? То есть это музыка не 45-го года. И те стереотипы, которых мы ждем, они здесь абсолютно не работают. Они переворачиваются. И совершенно недаром вот эта реальность счастливого Гитлер-Югенда очень здорово параллелится с 60-ми годами и с реальностью хиппи, и с реальностью Битлз. И с реальностью каждого из нас, кто в детстве имел какие-то вот подобные коллективные практики. Девочка, которую прячет мама Джоджо, не выглядит как ну, такая жалкая жертва, которую нужно пожалеть, да, вот она сидит в этой своей схованке. И излучает все те стереотипы, которые мы от нее ожидаем. Нет, она ведет себя как сильный человек, который вступает вот во взаимодействие с Джоджо. А Джоджо ведет себя как ребенок, который воспроизводит штампы нацистской риторики, но вместе с тем поступает именно как ребенок своего возраста. То есть, когда воображаемый Гитлер, например, говорит ему, подсказывает свои сюжеты, что делать, да, когда мы нашли вот это существо, они называют ее существо, что нам делать, да, он говорит, подожжем дома, обвини во всем, Черчилля.
Вот. А Джоджо говорит, поговорим. Поговорим, да, то есть он поступает как ребенок, ему любопытно. И события, разворачивающиеся здесь, по сути дела, вводят нас в какой-то фантасмагорический абсолютно мир. Вот очень смешные нацисты. Ужасно смешные нацисты, в которых, вот, собственно, нацистская риторика доведена до абсурда, до того уровня абсурда, когда это становится смешно. Да, вот это знаменитое нацистское приветствие, да, вот, его повторяют 30 раз подряд, и это уже просто выходит за пределы какого-то, ну, какой-то внятной жизни. И это реальность, какого-то воображаемого прекрасного мира. То есть это не увидеть нацизм глазами нациста, да, как это происходит там у Литтла благоволительницы, например. А это увидеть нацизм глазами мальчика, который фантазирует себе вот этот вот прекрасный мир. И в этом фильме оказывается, возможно, больше правды о нас и о наших взаимоотношениях с прошлым, чем у вот этих вот иммерсивных проектов, которые нас пытаются погрузить в реальность прошлого и создают нам определенный аттракцион. То есть я попыталась, ну, намеренно их столкнуть, вот эти вот две реальности, и попытаться поискать ответ, а где здесь правда, да? А есть ли она, в чем нам ее искать, и о чем, собственно говоря, правду мы ищем. То есть в любой репрезентации правду мы ищем не о прошлом, а, в общем-то, о себе. И о том, возможно, образе будущего, который мы пытаемся для себя выстроить. Вот на этом я сегодня остановлюсь, а остальное оставлю на нашу вторую встречу. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Оксана. Я приглашаю тех, кто участвует в нашей сегодняшней встрече, задавать вопросы, комментарии. Будем рады услышать. Пожалуйста, если кто-то хочет, можно или руку поднимать, или писать чат, или прямо голосом сигнализировать о готовности что-то сказать. На меня смотрит Анатолий Валерьянович Ахутин, может быть, и руку даже поднимает. Анатолий Валерьянович, включи, пожалуйста, свой микрофон, и тогда мы тебя услышим. Микрофон включи на компьютере. Отлично, слушаем. Еще не слышим. Наверное, не слышно, да. Ты включил, может быть, звук на просто надо добавить, или, может быть, просто увеличить звук. Там на самом говорителе красненькая кнопочка у вас, и я не знаю, там может, возможно, переключить на самих наушниках. Или на шнуре, возможно, такой блочок, и там есть on и off, посмотрите. Если там... на шнуре от таких наушников есть колесико, и там может быть что-то такое. Он из-за гарнитуры, скорее всего, оно там. Mm-hmm. Все равно не слышно. Еще. Чуть-чуть. Вот, услышали, слышим твой голос. Отлично, продолжай, пожалуйста. А мы не слышим. Мне показалось, что мы услышали. Я так внимательно всматривался. Нет, Толя, еще постарайся, еще маленькое усилие. Пожалуйста, продолжай.
Нет, продолжай параллельно, а пока мы готовы предоставить слово тому, кто желает высказаться. Есть вопрос в чатике, может быть... Да, давайте, Оксана, пожалуйста, давайте возьмите вопрос из чата, и потом мы продолжим живым голосом. Да, значит ли это, что проект Ильи Хржановского актуален? Вот, то есть вот как раз для меня проект Ильи Хржановского как проект глубокой иммерсии является не просто актуален, это немножко не те слова, мне кажется. То есть это тот проект, который может принести вред. Больше вреда, чем пользы. Причем сам Хржановский говорит, что для него важно, чтобы зрители пережили катарсис, да, чтобы они пережили вот этот опыт прошлого, потому что там был ад. То есть его цель не дать путь проработки прошлого, проработки травмы бабьего яра. Для него важно вывести человека за грань его нормального бытия. То есть это его цель. И то есть этот вывод я делаю не только по там статьям и презентации его, по публикации его презентации, с которой он пришел в мемориальный центр, и по разговорам с самим Ильей Хржановским. Потому что у меня был этот опыт, и он настаивает на том, что самое главное – это выбросить человека из его обычного бытия и заставить пережить нечто, опыт за пределом, запредельный, да, вот это вот переживание запредельного опыта – это сверхзадача. И достижение этой сверхзадачи предполагает использование в том числе психологических экспериментов, которые не обязательно были экспериментами, в частности, Стэнфордский эксперимент Зимбарда, который он предполагает использовать, экспериментом не был, а был манипуляцией. И по этому поводу существует достаточно много уже исследований и анализа. То есть Зимбарда не экспериментировал, то есть не ставил какую-то ситуацию для того, чтобы получить дополнительное знание, а провоцировал насилие. И, собственно говоря, вот это же и предполагает Илья Хржановский. Вот для меня это не то, что я считаю допустимым в работе с памятью трагических событий, любых трагических событий, потому что это не просто... как сказать, выбрасывает человека из нормы, да, это является экспериментом по проверке, кто выживет. То есть я задавала ему вопрос, какой уровень смертности вы предполагаете в своем, в своей экспозиции. Потому что если мы предполагаем, что он действительно может достичь этого опыта переживания, реального переживания прошлого, то он должен отдавать себе отчет, что часть его посетителей умрет. А если он считает, что все останутся живы и здоровы после этого, разве что там помощью психолога отделаются, то значит он расписывается в том, что он не достигнет того, что он анонсирует. Вот, то есть здесь мы висим между предположением, которое может являться ложью, и преступлением. То есть для меня этот проект категорически невозможен в пространстве бабьего яра. Вот. То есть я об этом могу говорить часа три подряд, но я не буду. Оксана, здесь еще один вопрос написала Ирина Савинска, и мы ждем, что напишет свой вопрос Анатолий Ахутин. Ирина Савинская спрашивает, то есть аллегория, она... Видите, да, вопрос об аллегории? Да, факте. Да, пожалуйста, ответьте. В чем факты?
Штука в том, что нету единственного и правильного инструмента, да? То есть факты мы знать, естественно, должны. То есть когда мы говорим о там, том же кролике Джоджо, как, условно цитируя, лучшем фильме для 20-го года о Второй мировой войне, мы отдаем себе отчет, что это не единственный наш источник, да? И аллегория иногда может работать, а иногда может и не работать. То есть это не должен быть не единственный путь. Я бы сказала о метафоре, да, то есть в следующий раз я буду говорить о метафоре, не об аллегории, а о метафоре. И тех средствах иммерсии, которые мне кажутся очень работающими, но тоже не всем, да, неоднозначно. Вот, то есть метафора вот для меня работает больше, чем аллегория. Да, я не знаю, как быть со звуком, да, это не вопрос. Есть еще один вопрос от Елизаветы Трофимовой. Да. Видите, Оксана? Да, вижу. У меня есть опыт общения с людьми, которые говорили мне, что их привлекает эстетика Третьего Рейха. Она красивая. Я убеждена, что эстетическое идет неразрывно с этическим, но дискурс об эстетике нацизма все еще существует. Что мы можем делать с этим? Это вообще очень хороший вопрос на самом деле, да, потому что который перекликается с вопросом о проекте Хоржиновского, потому что Илья Хоржиновский предполагает возможность выбора роли. И ты можешь войти в ту или иную роль. И мы с коллегами, когда обсуждали, собственно говоря, эту опцию в проекте, мы просто представили себе наполненность той части экспозиции, которая будет давать возможность включиться в роль нациста. Потому что это очень привлекательно, потому что это красиво. У них очень красивая форма. Они очень классно использовали какие-то эстетические маркеры для того, чтобы привлекать людей. Что нам с этим делать? Нам надо работать с этой проблематикой и показывать, каким образом нацисты выстраивали свою эстетическую концепцию и как это работает на привлечение. Да? То есть для меня внезапно, вот я просто признаюсь в узком кругу, для меня внезапно при обращении к эстетическим практикам нацистов как-то немножко не так зазвучали те проекты, которые я воспринимала как исключительно классные, да, позитивные. Например, те проекты, которые связаны с мемориализацией с помощью света, с помощью лучей света, направленного в небо. К несчастью для меня, я увидела проект, нацистский проект, в котором использовались вот эти вот лучи в небо. И, елки-палки, оно мне не дает теперь нормально воспринимать другое. С этими эстетическими практиками надо работать, анализировать их и показывать, как они это осознанно использовали для того, чтобы создавать свой привлекательный образ. Потому что визуальная сторона тоталитарных режимов любых, не только нацизма, и большевизма, и франкизма, и чего хотите, да, она проработана очень здорово. Она проработана очень здорово, и какие элементы используются, вот это просто надо прорабатывать. И надо понимать, что оно на нас воздействует, и это нормально. И это нормально. Просто надо выстраивать рациональные цепочки в голове, которые позволят не поддаться этическому через удовольствие от эстетического. Так, ви кілька разів сказали, що йдеться не про правду про минуле, а про правду про нас, про наше ставлення до минулого.
про наше розуміння себе. Можна зрозуміти так, що правда про минуле не потрібна, що формула рамки про історію вже літня актуальна та знята. А дуже дякую за питання, і дуже шкода, що, може, я так прозвучала в своїй доповіді, тому що в жодному разі я не хотіла сказати, що правда про минуле не потрібна, і що нам не потрібна ця інформація. Вона потрібна. Вона необхідна. Просто ми маємо декілька шляхів підключення до цієї інформації, і мистецтво – це один з шляхів, це один з гітів, так, яким ми заходимо. І коли йдеться про засвоєння інформації, а ми це робимо багато там у школі, так, ми читаємо підручники, ми маємо можливість до монографії, сайтів, чого завгодно, де є багато інформації про події минулого. Але вся ця інформація, це дуже класно, нам необхідно її знати, але вона не створює емоційного якогось залучення в проблематику. І тут працює мистецтво. І той самий кролик Джоджо працює тоді, коли ми розуміємо добре, що це таке, що там відбувалося. Коли ми добре розуміємо, які події насправді відбувалися. Тобто, коли ми не бачимо фільм як джерело знань про минуле. Тобто мистецтво дає нам додаткову оптику, яка дозволяє нам не просто засвоювати знання про минуле, а дивитися на те, що для нас означає це знання, як ми його використовуємо. До речі, формула рамки, коли я була студенткою, ми починали з того, що рамки був неправий. Що досліджувати минуле, як воно є, це неможливо. Тобто формула рамки описувалася саме, він великий історик. Він геніальний історик, він просто надзвичайний історик. Але я, як радянська ще студентка, отримала рамки через формулу, ми маємо, історик має описувати минуле, як воно є. Ось в цьому рамки був застарілий тоді, коли він написав цю формулу, тому що минуле неможливо описати, як воно було. Це створити карту Англії, таку, як сама Англія, так її неможливо буде користуватися. Тобто у будь-якому разі знання про минуле є конструктом, ми його конструюємо. Але те, що воно конструкт, не означає, що це не об'єктивне знання. Тобто є різні просто портали. І кожен з порталів має свою власну функцію. Мистецтво має одну функцію, мистецтво може зачепити, захопити. Крючочком, так? Просто тебе захопити і потягти. А ти потім будеш читати монографії, там, що завгодно, вивчати джерела і все таке. Тобто мистецтво дає нам таку точку емпатії та точку натяку на якусь інформацію. Але з мистецтвом ми не можемо брати інформацію, звісно. Якось так, якщо я відповіла. Дуже цікаво. А може дитяче таке запитання? От щодо цього фільму, звичайно, спочатку ми здивовані, як цей довірливий хлопчик може через вплив школи, пропаганди, ідеології, точно не мами, як у нього утворюється цей фантазм диктатора друга, і як, в який момент і в який спосіб ця дівчинка-єврейка, яку приховує його мати прямо тут поруч, за стінкою тоненькою, як і в який спосіб оця жива дівчинка починає звільняти його з полону цього фантазму, має і двобій живої дівчини, і величезного, але фантомного диктатора,
власне, ця дуель, якою є динаміка, якими є тригери цього таємничого процесу? Тригери. Тобто процес поступовий, так? Він спілкується з нею як з фантомом, дві фігури уявлені. Це Гітлер та вона. Так. Істота, так? Поки вона істота, вона уявлена. Коли вони починають говорити, вона ж грає з ним, вона використовує його ці уявлені фігури, і вона просто грає. Але він же ж жива істота, він жива людина, він починає відчувати емпатію. І ось коли ти відчуваєш емпатію, все, ти пропав. Все. Тобто, коли ти починаєш відчувати живу людину і ставитися до неї як до живої людини, а він ж, насправді, він з самого початку йде саме цим шляхом. Коли уявлений Гітлер каже йому «спалимо дім», та звинуватимо Черчилля, а він каже, ні, поговоримо. Тому що його рухає цікавість. І коли жива істота має цікавість до іншої живої істоти, тут є надія, що ця істота перетвориться з фантома на щось інше. І вона перетворилася. Тобто в той момент, коли він вирішив, що він з нею таки поговорить, так, не подзвонить до поліції там, чи щось таке зробить, а що він поговорить, він може собі пояснювати, що я насправді хочу вивчити свого ворога, йому цікаво. І ось ця цікавість і емпатія, вони врешті-решт призводять до того, що він починає бачити людину, а не істоту. Таке. Не знаю. Дякую. Ми обов'язково продовжимо це під час обговорення фільму більш детально. Я бачу, що пані Оля питає, уточніть, будь ласка, який нацистський проєкт ви мали на увазі, коли говорили про промені світла? Я знайду, Оля, надішлю посилання. В них був такий проєкт, там було багато-багато променів світла, які були, створювали просто поле таке. І вони використовували ці прожектори протиповітряної оборони, щось таке. І спочатку ідея була суто така прикладна, не мистецька, що ми включимо всі і ми покажемо, що в нас дуже багато цих там орудій, там я не знаю чого. Тобто обдурити противника. Але це виявилося, що це красиво, і вони почали використовувати це. Я про це читала статтю, я спробую знайти і надіслати. І бачу від пана Ігоря запитання щодо нацистської естетики. Бачите, чого вартують фільми Ріфеншталь? Ріфеншталь – велика художниця. І вони дуже вартуються як витвори мистецтва. І про цьому ми розуміємо, як вони створювалися, і вони ставлять питання для нас, ну, вони тримають актуальним постійно для нас питання про те, де межі свободи художника і тобто зараз з відстані історичної, ми можемо дивитися фільми «Ріфеншталь» і бачити їх естетичну цінність, художню цінність. Але я дуже добре розумію людей, які художників, які припинили всі відносини з «Ріфеншталь» і відмовилися дивитися її твори тоді. Тобто це важко, це насправді важко, це важке питання. Як це відділити? Як сказати, що це витвір мистецтва, і ми маємо його зберігати, вивчати? І як це відділити від
Як ми можемо відділити Хайдеггера від чорних тетрадей? Я не знаю. Не виходить. Будь ласка, які ще телефони, запитання? Пані Ірино, до пані Ірини Берлінд я звертаюсь. Ти могла б підключити Анатолія, може, через свій засіб, просто дати йому свій телефон, щоб він говорив через нього? І на вас не слышно. А зараз чуєте мене? Так, чуємо. Якщо ти можеш... Тобто я зараз дам свій телефон Анатолію, і він вас запитає, бо він відмовився писати своє питання, він відмовився. Дай йому свій телефон. Так цікаво дивитись, начебто в вашій великій квартирі ви як в космосі. Дуже дякуємо. Меня. Так, чудово, чуємо тебе, говори, будь ласка. Вот, спасибо, и простите, что это накладки. Я хочу сказать только об одном. Это, на мой взгляд, вот эта идея погружения, о котором говорит Ходжановский, она абсолютно ложная не только с точки зрения вот этой вот памяти, она ложная с точки зрения художника. Я не понимаю, каким образом художник может предполагать, что он может искусственно сделать погружение в тот мир, который отсутствует. Это будет не погружение, останется то же самое, что сейчас, и значит, событие будет совершенно другим. Одно дело, когда... Вот этот мусульманин, доходяга, сидит в бараке и знает, что сейчас его поведут казнить. Ни один из нас, сытый, довольный человек, знающий, что сколько его там не закрывай, его выпустят, не погружает никуда, не погружается, кроме вот этого самого развлечения. Это просто экстремальный спорт и больше ничего. Я не понимаю, как художник этого может не понимать. Ну, бог с ним. Это как бы просто очевидная вещь. Но вот что мне хочется сказать более, ну, может быть, серьезное в связи с тем, что сам доклад был очень серьезен и важен. Действительно, мы с одной стороны имеем все факты, ну, все документы, все перед нами лежит. С другой стороны, перед нами вот такие действительно впечатляющие вещи, как Яд Вашем, как другие мемориалы. И мы понимаем, что это недостаточно. Это условие задачи. Вот весь вопрос в том, где же нам не просто решить эту задачу, а где ее поставить? О чем вопрос? Не напугать нас этими ужасами, не снабдить еще большими и большими сведениями. А это только условия задачи. Теперь нужно что-то найти. Вот спрашивается, где это мы должны находить? Вот это действительно художественные произведения здесь многое нам говорят, как это ни странно. Значит, вот это вот столкновение. С одной стороны, мнима художественность, которая сама по себе уже лжива, как искусство. А есть другая форма, которая действительно не может иначе воспроизвестись, как в каком-то искусственном виде. Но это искусственность смысла. Действительно, весь вопрос в том, чтобы увидеть и понять, что с человеком произошло и что в нем таится. Это вовсе не аттракционы. Это глубокая работа и мысли, и воображение, вот осмысления. Не того, что было, а того, что с человеком произошло, происходит и, возможно, будет происходить. Что в человеке есть. И это не может нам помочь, то есть помочь могут, конечно, но исчерпаться ни фактами, ни ужасами. Вот я, собственно, об этом только и хотел сказать.
Все, спасибо. Да, спасибо огромное. Мы тебя прекрасно услышали и увидели даже и в профиле ФАС. Можно додать еще пару слов? Будь ласка. Так, я пожалуйста. Я трошки написала про те в своєму запитанні, але зараз в зв'язку з тим, що сказав Анатолій, я хочу зауважити, що не є цілком зрозуміло, що саме ми хочемо, ну, в чому наша мета. От Анатолій сказав, що недостатньо ані фактів, ані жахів. Недостатньо для того, щоб що. Тобто ми хочемо зрозуміти минуле для того, щоб зрозуміти на те, що відбувається з людиною. Не те, що тоді в минулому сталося, відбулося, а те, що відбувається з людиною, з нами завжди, тут і тепер, і тоді, і завжди. Тобто саме минуле, ну, події, певні події для нас, ну, виявляється, що вони є для нас лише матеріалом для того, щоб ми зрозуміли або себе, або людину взагалі, людину як таку. Це мене трошки напружує, бо хоча тут, ну, говорять, пані Оксана говорила, Анатолій говорив, що ми маємо всі факти, ми маємо всю інформацію, ми знаємо, коли відбулося, кого вбивали, скільки людей вбивали, як вбивали, яка. Ми цього не знаємо. Тобто це знають історики, це не стало фактом суспільної свідомості. Саме те, що було, кого, коли, як, скільки, це не стало фактом свідомості. І я думаю, що казати, що ми всі факти ми маємо, всю інформацію ми знаємо, а нам лише потрібно, по-перше, емоційно якось це, ну, пережити, не зануренням, не емерсійно, а так, як нас змушує переживати мистецтво. А по-друге, ну, зрозуміти себе, своє почуття. І, тобто, мені тут не вистачає, ну, це питання зрозуміле, уваги до самого минулого, до історії, якщо хочете. Це... Дякуємо, пані Ірино. Отже, пані Оксана, будь ласка, вам слово. Ну, такі питання фундаментальні. Ні, це не питання, це якщо, вибачте, але це... Ну, давайте, Ірина, давайте вже дамо слово відповісти. Ага. Штука в тому, що, ну, звісно, я зараз просто спробувала поставити там пару крапочок, так, пару точечок в наших взаєминах з минулим. І справа у тому, що... Ну, в нас достатньо інформації, вона, звісно, не повна, але в нас достатньо інформації, щоб уявити собі, що відбувалося там в тому самому Бабиному Яру. Її достатньо. І хоча ми не маємо всього переліку людей, які там загинули, і цей список доповнюється, з ним працюють, шукають, намагаються відновити там топографію, події, які точно це відбувалося. Але для того, щоб пересічна людина зрозуміла, що там відбулося, ми маємо достатньо інформації, ми маємо достатньо досліджень, і проблема в тому, щоб захотіти їх знайти і почитати. І ось те, що воно не стало фактом там суспільні думки, в цьому проблема. В цьому проблема, і це те, що дає можливість тому самому Віктору Жириновському спекулювати на цьому. Він, коли там перший раз я з ним говорила, він сказав, що 2 місяці тому ніхто про це не говорив взагалі. Нікого це не цікавило. Ось я прийшов, і тут щось понеслося. Так? Київ почав говорити, перейменовуємо ми станцію метро, чи залишаємо дорогу. А
І чому це не стало фактом нашої спільної свідомості? Про це теж можна дуже багато говорити і пояснювати це і проблемою там радянського спадку і так далі. Але що означає повага до самого минулого? Тобто я трошечки намагалася торкнутися цього, коли я говорила про те, що як ми працюємо з зображеннями. Тому що коли ми працюємо з зображеннями, інколи ми використовуємо цих людей, які загинули, як інструмент. І ми маємо здавати собі справу принаймні. Ми розуміємо, що коли ми витягаємо там чиїсь щоденники, чиїсь листи, ми втручаємося в ту сферу, де нас не запрошували. Коли ми читаємо щоденник людини, яка загинула, вона не запрошувала нас це робити. І тому ми постійно маємо тримати це на увазі, коли ми працюємо з історичними джерелами, але ці джерела, які необхідні нам для того, щоб ми відновлювали наше знання, інформацію про минуле. І ми маємо здавати собі справу, що ми втручаємося в приватне життя людей, які нас не просили цього робити. Тобто, коли кожна людина, яка працює з минулим, має відчувати якусь повагу до людей, яких ми вивчаємо. І при цьому здавати собі справу, що коли ми вивчаємо минуле, ми відповідаємо на питання, які є в нас сьогодні. І ніхто не вивчає минуле заради самого минулого. Тому що воно нас не просило, щоб ми його вивчали. Йому непогано і так, як воно є. Але ми... Тут не можна розділити це. Ось тут ми поважаємо минуле, а ось тут ми ставимо питання. Все це є єдиним процесом. І коли ми говоримо про комеморацію, коли ми говоримо про меморіалізацію, ми, звісно, говоримо про той світ, який ми намагаємося створити. Той світ, якому ми не хочемо допустити це. Тому що якщо це відбулося одного разу, це може повторитися. І ось це проблема. І тобто я не намагалася в сьогодні дати якусь формулу наших взаємин з минулим. Тобто в мене була така дуже маленька задача і подивитися спільно на ці питання правди та істини. Пані Оксана, є ще три запитання в чаті. Один від пан Дмитро питає, то що виходить саме дієвий спосіб передачі правди? Це класичний спосіб, ну, таких відомих фільмів, як «Список Шиндлера», «Піаніст» та інше. Це один зі шляхів, який є необхідним, але він не може бути єдиним. Якщо ми вивчаємо минуле за художніми фільмами, то ми не будемо знати нічого про минуле. Тому що художній фільм має за мету проінформувати нас. Якщо ми хочемо знайти якусь істину про минуле в художньому фільмі, ми робимо не те, що від нас хочуть. Тобто художній фільм, той самий «Список Шиндлера», він може нас спонукати до того, щоб пережити якісь відчуття і піти занурюватись в якусь іншу літературу. Це не інформаційний портал і це не освітній портал. Тобто художні фільми не мають нас замінити для нас освіту та читання там книжок чи підручників чи чогось іншого. І ці самі музеї, навіть імерсивні музеї, які використовують імерсивність дуже активно, це один з прийомів, але кожен музей нам пропонує дуже велику кількість інформації, дуже великий об'єм інформації, які ми читаємо, які ми можемо зануритися, а можемо не зануритися. Ми можемо просто пройтись, подивитися там ці екрани і якісь музеї. Тобто це один зі шляхів, але це не єдиний, і ми маємо розуміти, що ми можемо очікувати саме від художньої фабрики.
когда я... Из Бельгии к нам присоединился Виктор Юдин, и он написал свой вопрос на английском, и, может быть, также прокомментирует его сейчас устно на русском. Пожалуйста, отец Виктор. Спасибо большое за презентацию. Вопрос не мой, а моей супруги. Прекрасно, мы приветствуем Джудит. You welcome. Да. Вопрос заключается в том, это по поводу... вот нацистской эстетики, вот когда создаются такие потрясающие... Слышите меня? Да-да, хорошо слышим. Когда создаются прекрасные фильмы, сериалы, вот Юдит говорит о том, что дело в том, что в таких же диктаторских режимах часто бывает так, что у них очень много возможностей и финансовых возможностей. И для человека искусства очень трудно себе выразить иначе, нежели войти в эту струю. И когда они создают потрясающие, может быть, даже произведения искусства, они часто понимают, что это может быть не совсем этично. Но другой возможности выразить себя у них нет. Mm-hmm. Оксана, пожалуйста. Да, ну это тот... Вопрос выбора, который стоит перед каждым человеком, да, не только художником, потому что, естественно, что художник, оказавшись в любых условиях, да, какие угодно государственных условиях, когда речь идет о финансировании, каждый из нас, не только художник, но и ученый, но и, там, не знаю, кто угодно, решает для себя... готовы ли мы заплатить вот эту цену, да, то есть для каждого человека это выбор. Это выбор, и зачастую, то есть здесь нету какого-то такого вот однозначного ответа, что всякий, кто сотрудничает с тоталитарным режимом, тот нехороший человек, давайте его забудем. Потому что масса людей реализовывали свои творческие проекты, по сути дела, спасая тех, кто рядом с ними находится. Да, спасая эстетически, в том числе. И вместе с тем можно сказать, что их использовали. Да. Я в свое время, у меня был период в жизни, когда я изучала такое явление, как интеллектуальная контрабанда. То есть я для себя это так обозначила, как интеллектуальную контрабанду, и это, собственно говоря, вот такое явление, которое очень широко распространено было, ну, в Советском Союзе, который там, для меня известен, я думаю, что не только в Советском Союзе, когда человек в ситуации репрессивной, когда невозможно использовать какой-то там художественный или интеллектуальный продукт, подает этот продукт под другим именем. А не потому, что это, то есть вот мне, когда я делала доклад на одной конференции, мои норвежские коллеги мне сказали, так это плагиат. Я говорю, нет, это немножечко другое. То есть, когда человек понимает, что единственный способ донести до тех людей, которые рядом с ним, некую мысль, это подать ее не под этим именем, которое запрещено, а под другим, например. Проговорить это другими словами. И вот контрабандист, который это делает, он в любом случае оказывается под ударом. Он оказывается и под ударом системы, которая может его разгадать, вот этот трюк, и наказать. И таких примеров мы видим массу. И под ударом тех, кто знает то, что, собственно говоря, он транслирует, и обвинить его в там, воровстве. Да, и оценить реальное действие человека, почему он это делает, контрабандист он или плагиат, мы можем только тогда, когда репрессивная вот эта система уходит. Если ему удается дожить до этого момента, тогда мы видим, как он себя ведет. Если он не дожил, никак это не будет. То есть это такие вещи, которые они не поддаются какому-то вот четкому встраиванию в там, сделал вот это, ты плохой, сделал вот это, ты хороший, да? Mm-hmm. У нас, знаете, Оксана,
даже в античности те вещи, о которых вы сейчас говорите, были довольно распространены. Вот там плагиат, контрабанда. Вот смотрите, пример, например, с псевдо-Дионисием Арипагитом. Да? Мы знаем, что вообще это очень детективная история. Мы не знаем, что это был за автор. Но это был автор начала VI века, который был гениальным богословом, гениальным философом, совершенно очевидно. Он был из какого-то совершенно потрясающего кружка, но он не мог выставить свое богословие, свою философию под тем именем, которое у него было, потому что оно было либо запятнано, либо оно из того круга, который не принимался церковью. Mm-hmm. Поэтому он себя выставил за Дионисия Арипагита, автора первого века, ученика апостола Павла. И ему это настолько удалось, что это, в принципе, было принято церковью на протяжении буквально тысячелетия. Многие отцы церкви, богословы все это принимали, комментировались. И вот, вы говорите, это настоящий вот соус и античности, который срабатывал. Да, спасибо за этот пример, потому что вот мы, собственно говоря, так и не знаем имени этого человека. Да? Он себя похоронил под другим именем. Да. В той теме, которую мы сейчас обсуждаем, это, знаете, человек, который скрывал правду о себе, но о себе как о личности. С другой стороны, его правда в чем состоит? В том, кем он является, или в том, что он пишет, в том, в чем убежден? Здесь все-таки две разные вещи. То, что он хотел сказать, он сказал, и это мы знаем. А кто он есть, он настолько умело себя скрыл, что десятки версий, ни одна пока еще не ученым миром. Ой. Тут такие большие вопросы в этом чате. Но это скорее комментарий, да? Елизавета Трофимова. Следующие лекции. Это скорее комментарии и размышления, которые мы все можем прочитать. Да, да, ага. Не вопрос, да, комментарий. Анатолий, вас слышно? Все хорошо? Чуть-чуть. Меня слышно? Да, чуть ниже микрофончик, чтобы не было звуковых волн сильных. Да. Вот так слышно? Ну, потом что-нибудь разобраться будет, чуть-чуть черпит. Да, слышно меня сейчас? Алло. Константин Борисович, у вас отключено как раз. Но рамочки не видно, чтобы желтая была, когда я говорю. Анатолий, тебя хорошо слышно, поверь мне. Вот сейчас хорошо слышно? Отлично, да, 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 да. Голос вернулся. Замечательно. Это прямо как начало фильма «Зеркало». Говори. Да, да. Говори, так скажи нам что-то. Я сейчас, у меня стоит same system, надо запомнить это. Мысль твою скажи, не только то, что... Я сказал мысль мою, я сказал. Нет, тут нет, ну зачем я буду сейчас... Я могу только, может быть, как затравку, к которой мы вернемся, может быть, вопрос, к которому мы можем вернуться на следующей лекции. В воспоминаниях о Надежде Яковлевне Мандельштам Евгений Борисович Рожковский и Аверинцев, они говорят о том, что очень сильным импульсом, который исходил от Надежды Яковлевны, который им очень помог, это именно преодоление эстетизации зла и какого-то старого, mm-hmm. еще романтического настоя, что, как продолжал писать параллельно с Надеждой Яковлевной Жорж Батай во Франции, что искусство – это та или иная форма общения со злом. Вот преодоление вот этого соблазна во многом. Это, конечно, была инициатива таких людей, как Надежда Яковлевна Мандельштам. И дальше это то, что продолжал Сильвестров, который встречался с Надеждой Яковлевной в Киеве и в других потом уже местах, как просто как автор. Она приходила на его концерты. И Аверинцев, и другие. То есть это действительно какой-то новый просто взгляд на этос,
собственно говоря, на то пространство, в котором мы сейчас общаемся. Как этос может быть переосмыслен в свете опыта 20 века? Да, я бы еще напомнил среди художественных попыток приблизиться к этому опыту, это уже связано с советским опытом, это фильмы Германа. Не столько вот этот, не столько «Как трудно быть Богом», сколько «Хрусталев машину», например. Угу. Ну и в более, как бы, подготовительной форме, хотя это, конечно, неверно, это «Мой друг Иван Лапшин». Это вот что. Это вот, на мой взгляд, у меня такое впечатление. Это каким-то образом перед нами вот это погружение происходит, но оно не телесное, не физиологическое, а именно зрелищно-смысловое. Это воспроизведение времени. Вот так, ну, банальная вещь, но ощущение времени, ведь вот «Хрусталев машину» нужно специально читать литературу, чтобы выяснить, какой там сюжет. А время схватывается сразу. Просто вот удивительным образом, но мне там было легче, да, потому что я узнал просто в этом мальчике самого себя. То же самое время, та же самая коммунальная квартира, то же самое пространство. Это удивительное просто было ощущение. Вот оно ничем не ужасало. А вот, ну, я не знаю, это, понимаете, когда рассказываешь о художественном впечатлении, то самому нужно быть немножко художником. Но это, извините, не получается, разумеется. Просто я хочу пальцем указать на то пространство, где хоть что-то может действительно перед нами быть. Отнюдь не ведь это, понимаете, вот этот проект Хржановского, ну ладно, там этот фильм, да, он грандиозен и так далее, я о нем ничего не говорю. Но вот этот проект с мемориалом, здесь просто абсолютно разный, мемориал ведь тоже эстетика, но это просто абсолютно разные эстетики. А мемориал – это суровость, это строгость, это скорбь и больше ничего. Это то, где преклоняешь колени и все. А устраивать из этого вот этот вот аттракцион погружения, то есть просто экстремальный спорт, больше ничего, я так не вижу иначе. Это просто, ну, я уже об этом сказал, извините, я повторяюсь, а у нас времени не очень много. Извините. Спасибо большое. Большое, пане Оксане, большое спасибо и за исследование, и за доклад, и с большим интересом жду следующих докладов. Спасибо за катарсис явления голоса и заключительное слово профессору Оксане Довгополовой. Я тогда заброшу на следующий раз, да, о чем я еще должна сказать. Это различные виды иммерсии, потому что, спасибо за Германа, потому что это художественная иммерсия. Художественная иммерсия и механистическая иммерсия. Это очень две... Когда нам в кинотеатре 5D брызгают водичкой, чтобы мы почувствовали море, вот это механистическая иммерсия. Вот. И еще, как бы, такие вот, о чем я еще хочу сказать, это о возвышенном историческом опыте. Об этом я тоже хочу сказать, потому что это тоже важный момент в наших взаимоотношениях с прошлым, но профессионально историческим. Спасибо огромное за эту встречу и спасибо за то, что вы были вместе все, что мы все были вместе вечером, что... Вот вы пришли, я так рада. Оксана, замечательно. Вчера мы слушали Париж, сегодня мы слышали Одесский Париж. Завтра мы будем слышать Ирину Языкову, она будет говорить об опыте общины в условиях пандемии. Напомню, что по киевскому времени это будет завтра в 11:30. Быть может, многие видели путеводитель по нашему летнему институту, и прямо в путеводителе есть ссылки на Zoom, чтобы вы их не искали. Это удобно просто. И надеюсь, что все присутствующие получают также на свои электронные адреса рассылку, да, и
соответственно, это вам может быть просто под рукой и ссылкой, напоминание о том, что мы вас очень ждем завтра в 11:30 по Киеву. Сердечно обнимаю и благодарю. До скорого. Спасибо, спасибо, Костя. Счастливо. До свидания. Да. Спасибо, Оксана.